Холостыми выстрелами, показательными боями, отработанными спецназовскими приемами отмечают курсанты 10-летний юбилей своего кадетского корпуса. Это не спортивный клуб, не закрытое военное учреждение, а общеобразовательная сельская школа – Ивановская гимназия на Лехте. На празднике побывала наш корреспондент Дарья Завьялова. Ивановскую школу ведут долгие километры разбитого асфальта, грязные проселочные дороги, окруженные деревнями. На карте России деревня Ивановская – одно из многих ничем не примечательных мест, которые принято называть одним словом – глушь. Но глушь ли там? Давайте посмотрим. Общаешься в той среде, в которой как бы, своя среда. Тут все любят Россию. Никто не собирается куда-то уматываться. 10 лет. Эта цифра говорит не столько о прошлом, сколько о будущем. Тем более, именно в этот день кадетский корпус принимает новых курсантов. Ребят, мальчишек и девчонок, достойно прошедших испытательный срок. Учиться духом, душой и делами соответствовать оказанной мне чести. Помнить о чести, как о святом понятии, стремиться сохранить ее незапятнанной. Обещаю! Обещай! 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 Если обычные школьники ходят в походы днем, то мы очень часто ночью бегаем через леса без фонарей. Разведчики не должны фонарей с собой брать. Мы ночуем в снегах, иногда устраиваем тревоги в какую-нибудь погоду, когда дождь со снегом. Традиционно у нас каждый год существует марш-бросок на 40 километров. В таком возрасте это, сами понимаете, задача непростая. Целостное развитие – не только умение драться с ножом, прыгать в огонь и слушаться командира. В Ивановской школе ребят учат красоте. В сложных танцевальных фигурах мазурки мальчики учатся быть мужчинами не меньше, чем отрабатывая приемы борьбы. А искренне произнося слова патриотической песни, любить родину не меньше, чем отбивая строевой шаг. Попадая в Ивановскую школу, не сразу же просто разглядеть, в чем ее суть, в чем ее главные особенности, отличия от многих других сельских школ. Здесь все просто и даже с виду слегка неказисто. Но если вы позволите остаться себе здесь подольше, то вы почувствуете, что главное отличие этой школы именно в том, что здесь все по-настоящему. Настоящие учителя, настоящая дружба и даже настоящий спецназ, где невозможно делать что-то в полсилы или понарошку.